Сюда, водичка? Да, я в машине. Ну что, начальник, говори. Хватит громыхать. Мешаешь Алексею Степановичу работать. Ну, не работает он. Спит? Нету его. Как нет, а где он? Я знаю, он собрал сумку да пошел. Ну-ка, иди сюда. Че? Что здесь случилось? Что у вас произошло? Что ты ему такое сказал? Да ничего не говорил, ты че? Брось этот топор. Так, ты на вокзал. Нет, я на вокзал. Ты на автобусную станцию. И моли Бога, чтобы он еще не уехал. Тетя, вам наливать? Рано выдохнется. В последнее время я почему-то совсем не пьянею. Очевидно, потому что не пью. Галина, ну, давайте я хоть вам помогу. Конечно, Ленечка, помоги. Самая большая помощь – это съесть все, что здесь стоит. Ну, это нереально. Милый мой, у меня мусоропровода нет. Не хочешь же ты, чтобы старая женщина шла к мусорному ящику выкидывать объедки? Чтобы все было съедено. Хорошо, хорошо. Я сейчас приду. Начинайте. Ну что, Чернов умер. Теперь можешь всплывать. К сожалению, для всплытия, Ленечка, нужен воздух, кислород. А он у меня пока на нуле. Ты про деньги? Угу. Твое здоровье. Могу одолжить. Ты что, ты уже успел нахватать взяток на новой должности? Да, там нахватаешь. Ты собираешься одолжить мне из зарплаты? Ты столько не зарабатываешь. Да иди со своими шуточками. Мне до сих пор, между прочим, горло болит. Да ладно, я тебя еле коснулся. Угу. Еле коснулся. У меня аж кадык хрустнул. Ну, это не сломался? Нет, Лёля, всплывать мне пока рано. Есть у меня кое-какие идеи. Вот я реализую их, и тогда Бог даст, всплыву. И поэтому ты работаешь садовником? Ну, я не просто работаю садовником, я работаю садовником у Тихона, а это главное. И какую же гадость ты ему готовишь? А, секрет. Тетя, матант, мы так все без вас съедим. Главное, чтобы вы не выпили все без меня. Я ее обожаю. Да. Ой, дай ей Бог здоровья. Не бывает. Ну, наговорил лишнего. Ну, пойдем домой, а, Степаныч? Ну, выпьем. Машка сейчас закусон сообразит. Две сумки приволокла, Степаныч. Да нет, Саша. Так будет лучше. Лучше. Она же не простит мне этого. Граждане, экспресс-вуза Москва отправляется через 5 минут. Остановки Челкина, Старочевлевская, Новочевлевская, а дальше без остановок. Билеты приобретайте у кондуктора. же падает. Не губи. Люблю уж я ее. Не слушай. Скажи ко мне, что-то я хотел тебя спросить-то. Ты после смерти Чернова не пытался разыскать рукопись-то? Да, я связался с помощником. Ну и что, он послал тебя подальше? Нет, напротив, дал совет связаться с родственниками покойного. Не самый глупый ход. Ну и что? Ты звонил им? Почему? Леня. Леня, твоя интеллигентность тебя погубит. Позвони. Скажи, чтоб нашли из-под земли. Пошли шофера. Да я и сам могу. Нет, как раз сам ты не можешь. Зачем самому? Ты человек занятой, у тебя каждая минута на счету. Ой, кстати, полчаса осталось. Я же говорю, человек занятой. Матант. Наконец-то. Ну, как я выгляжу? Вы великолепны. Уж во всяком случае лучше, чем я. Ты чего не ешь? Я ем, все очень вкусно. Вкусно это, когда тарелка вылизана так, что ее не надо мыть. Вкусно ему. Ну ладно, тетя, оставь его в покое. Зачем ты мне наливаешь? Ты же хотела выпить. Я не пью. Я один раз в жизни пила на поминках твоего дяди. И то жалею. Что, он умер? Что пила. Лень, я хочу серьезно поговорить о твоей семейной жизни. Что происходит? Нет, не надо. Я уже все рассказал. Да что ты рассказал? При чем тут это? И что за идиотская черта изменять, а потом мучиться? Уж если решил изменить, то, по крайней мере, получаю удовольствие. Ну, а то зачем? Натурально, Матан. Так я себя еще знал, кому изменяю. О, тетя, вот горестная судьба двоеженца. Но вообще тетя права, я ведь тоже не понимаю. Чего ты мучаешься-то? Не знаю, к кому возвращаться. Пошли шофера. Ой, остряк замечательный. Ой, ой. И вот это ваш племянник, да? Алло? А, Валентина Васильевна, здравствуйте. Это Рогозина. Угу. А, Валентина Васильевна, а вы не могли бы мне еще пару дней дать отдохнуть? У меня такие обстоятельства. Да нет, что вы, какая тут? Держи. Нет. У меня ребенок заболел. Ну, пока не могу. Ой, спасибо вам большое, спасибо. Что? А это в налоговой сказали, что такого паспорта с таким номером не существует? Где твой паспорт? Да нет, такого быть не может. Да это ерунда какая-то. Ага. Сейчас я посмотрю. Ага. А, подождите секундочку. Угу. Зачем с него колготки снял? Памперс хотел поменять. Ну, что не поменял? Ну, не нашел я. Ну, они под подушкой, он же сейчас простроится. Зачем ты его раздел-то? Я не понимаю, господи. Алло? 771-471. Нету здесь. Все в порядке, да? Да. Да я просто семерку и единичку почти одинаково пишу. Угу. Ну, все, до свидания, спасибо. Зачем ты ему печенье дал? Памперс не поменял, а печенек дал. Вот, дурында. Вот, сама меня. Давай. Ну, держи, ну что ты мне одну оставил. Леша, давай мне печеньце. Тебе печеньце не, да? Че, тебе дай? Чудо мою хорошую. Ну, я поменяла памперс. Все нормально. Ой, спасибо вам. Как мы себя вели? Хорошо, поспал. Хорошо. Да. Чудо мое такое. Голодное, небось, молочка хочет. Мальчик не родной. Кого оставила? Такая мамочка плохая. Сейчас мы подогреем. На, возьми пока. Возьми, Лешенька. Я вам говорю, какое мое чудо. Вот мои новые жильцы. Я теперь не одна живу. Здрасте. Здрасте. Здрасте, мои дорогие. Привет. Привет. Слушай, вылитая ты? Ну ладно, хорошо. Коммуналка начинает наполняться. Еще бы парочку мелких, и можно начинать жизнь. Вообще, все последние годы тетя только мечтала об этом. Бабушка! Ну что, бабушка? Мечты сбываются. Алло, Андрей Андреевич. Здравствуйте, это Саша Говорова говорит. Андрей Андреевич, мне очень нужна ваша помощь. Мы не могли бы с вами встретиться? Да, завтра было бы очень хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Я хотела спросить вас, как вы съездили. Удачно? Нет. Ничего дедушкиного там нет. Жаль. Да, Петенька, я уже еду домой. Что ты говоришь, звонил маме? Ну, может быть, она его отключила. Подожди. Я не знаю, когда она будет. Она на очень важном совещании. Да, я еду, скоро буду. Здравствуйте. Да, пожалуйста. И ради того, чтобы выяснить, отдавать Петю в плавание или на фигурное катание, ты меня вытащил с важного совещания. А что, это не важно? Не, ну важно, конечно. Но ты могла бы сообщить об этом и по телефону. Балбес ты, Бельский, какой телефон? У меня же новая прическа. Да? Угу. Тебе идет. Хочешь, я тебе расскажу, как все было? Ну, излагай. А все было хорошо. Она смотрела тебя в рот и думала, что ты самый умный, самый замечательный. Но у тебя появился новый слушатель. Не такой, как я, потому что я тебя не слушала. Не такой, как твои студенты, спасибо, которые слушали тебя по должности. Даже не твоя сестра Аня, которая слушала тебя как бы по-родственному, по обязанности. Даже в 5 лет она смотрела на тебя с восхищением. А тут молодая, красивая девушка. Еще несколько книг прочитала. Сначала у вас была идиллия. А потом, месяца на 6-м, когда живот стал не просто заметен, а очень заметен, ваши сексуальные отношения расстроились. Ой, ладно. Ну ладно, хорошо, ну не надо морщиться. У всех так бывает, со мной было то же самое. Дело в том, что беременные женщины погружены в себя. И их мало волнует окружающий мир и даже любимые мужчины. И вот она перестала тебя слушать. А когда родился ребенок, помнишь, когда Петька родился, я первый месяц у мамы жила? Ну, помню. Ну, ты думал, что мама мне помогает, а я на самом деле все делала сама. Я просто до смерти боялась, что ты меня захочешь. Ну, думать об этом не могла. Думала вообще, что я никогда не захочу мужчину. Ну, вот я думаю, что у Саши твоей то же самое случилось. Она переехала к деду. Ты так и не переехал к ней. Она злилась. Тебя раздражало, что главное для нее стал ребенок. Неужели так все примитивно? Не злись, у всех так или почти так. Ну и зачем ты мне это все рассказываешь? Ты думаешь, я этого не знаю? Ты мне лучше объясни, почему у меня все так сразу. Ну что на работе, что с рукописью? Ну был я у Чернова. Все-таки Паш, ты же хотел водителя послать. Ну и что? Ну и ничего, вдовая понятия не имеет об этой рукописи. Как это понимать? А никак. Пропала рукопись. Ну да. Кофе остается. Ну что же мы не спим, мой хороший, спать пора. Сейчас я тебе твою игрушечку любимую дам. Вот она. Вот она, твоя игрушечка. У тебя мальчик взмок весь, мой любимый. Сейчас мы его переоденем. И спатеньки положим. Такого красавца моего родного. Душенька, возьми. Вот она, твоя игрушечка. Ой, ты чудо, ты моя. Подожди, давай мы маечку снимем. А то мы там сейчас замерзнем и заболеем ночью. Да, мы. Да, мой сладкий сисек. Все, пора. Вдруг она не спит, да? А, 2 часа ночи сама с собой в шахматы играет. Вадик, я боюсь. Чего ты боишься? Нам нужен этот ключ. Я уверен, рукопись в сейфе. Заходишь, берешь сумку и сюда. А вдруг она проснется? Что ей скажут? Придумаешь чего-нибудь. Что? Так, хватит морочить мне голову. Вадик, знаешь, иди сам, я не могу. Ты связался на свою голову. Ну что? Ничего. Черт его знает, где она эти ключи прячет. Задерживайтесь, быстрее, быстрее, проходите, проходите. Давайте, давайте, компактно. Мишаня, может, не надо, а? Между прочим, еще не поздно уйти, Миш. Ну, в этом же нет ничего необычного. Ну, думал, думал и ушел. Нормально. Мы свободные граждане свободной страны. Я тебе точно скажу, лучше уйти сейчас. Потом суд, разводы, адвокаты. Может, помолчишь, да? Я тебе свидетель или где? Мой лучший друг хочет себе всю жизнь испортить, а я буду молчать? Ну, я же за тебя болею, Миш. Ну, ты не за меня болеешь. Ты просто болеешь. Я же вижу, что тебе плохо. Я же вижу, что ты сам не рад. Ты просто не можешь преодолеть свою инерцию. Это, между прочим, очень просто. Нужно только себе сказать, ну нафига она мне сдалась? Слушай, еще одно слово. И ты из свидетеля превратишься в жертву. Угу. Всего хорошего. Проходите, проходите, проходите. Будьте здоровы, пожалуйста, проходите. Между прочим, следующая пара вы. Граждане брачующиеся, не заставляйте себя ждать. Проходите в зал, проходите, проходите в зал. Не задерживайтесь, следующая пара. Я все понял. Мы ее очень долго ждали, она не пришла, мы можем спокойно уходить, Миш. Миш, ну неудобно, ей-богу. Ну, что ж про нас сейчас люди скажут? Правильно, Мишуль, правильно. Миш, Миш, погоди, ну выход-то там, подожди. Вы Михаил? А где же невеста? Она задерживается. Не пришла его невеста. Ну, слава богу, что не пришла. Ну, Нинка. Ну, Нинка. Ну, просто у меня была срочная операция. Ой, Нинка. Ну, ты ж не здесь. Ну, с брачующимися все понятно. А вы кто? Свидетели, да? Понятно. Нина, что это ты без гостей? Мы бы тебе кредит от ЗАГСа могли дать на свадьбу с рассрочкой на 3 года. Ну, да мы решили по-семейному. Да. Правильно, нечего деньги переводить. На всю жизнь кредитов не наберешь. Да, тем более, может, скоро разведутся. Шутка, шутка. Так, ну вы это, давайте. Вадик, ты не представляешь, Говоров печатается во Франции, в Англии. Я даже не знала, что он такой популярный. Ты знаешь, где я его нашел? Где? В кухне на буфете. Это я, наверное, когда диктовала данные. Кошмар. Дура, мы из-за тебя все дело провалим. А она что, видела? Откуда я знаю? Я думаю, нет. Если бы видел, уже бы давно в милиции сидели. Убери. Тихо. Вы гулять? Да нас же когда-то. Температуры нет. Пусть воздухом подышит. Ключи не забыли? А вы что, собираетесь куда-нибудь уходить? Да не, ну куда мы поедем? Да нет, ради бога, пожалуйста. У меня ключи с собой. Дорогие молодожены, желаю вам быть опорой друг другу и прожить долгую-долгую счастливую жизнь. Поздравляю! Счастливого вам пути! Будьте здоровы! А вы, собственно, что стоите? Это все, можете идти. Спасибо. Нет, не за что. Нин, ты когда на работу? Так я уволилась, на курсе. Нет, от чего? Так мы в Болгарию уезжаем по контракту. Ой, плохо дело, без тебя совсем зашьемся. Всем вдруг приспичило жениться. Как будто бы они так жить не могут. Следующая пара. Мишка, хотели же по-тихому. Ну, чего хотели. Ну, праздник же все-таки. Праздник. Давай. Перестань, ну, да ладно. Молодцы, девчонки. Привет! Мы вас поздравляем! Поздравляем! Вы уже целовались, горько было? Горько. Не, вы первые, давайте. Целуйте. Спасибо. Так. Подожди, ну ладно. Ребята, спасибо. Давайте к нам. Ваше здоровье, да. Ага, счастливо, ребята. Поехали. Счастливо. Ага. Да. Ну, хорошо. Допустим, что эта девушка действительно является родственницей того Рогозина. Что она может предъявить в качестве доказательств? Признание Алексея Степановича. Например? Я думаю, что это совсем немного. Мы ведь ее по судам затаскаем. Мало ли покажется. А вот если у нее на руках появится рукопись... Кстати, вот что. Они ведь за этим и поселились у вас, мама. Зачем за этим? Чтобы найти рукопись. Вы где ее храните? Ну, насколько я знаю, рукопись Алексей Степанович отдал Лене, а Леня ее забрал к себе домой. А что, у него кабинет? Что-то вроде. То есть... Рукописи в вашей квартире нет. Ну, отлично. Гоните в шею всех этих родственников. И ничего не бойтесь. Андрей Андреевич, вы поймите, я же ведь все это не от жадности. По мне, да хоть да забирайте все, что хотите, но я не хочу, чтобы мой сын был нищим. Я не хочу, чтобы он жил так же, как мы с мамой. Саша, никогда не оправдывайтесь. Это вызывает подозрения. Ну чего, прочел? А какой тут прочитаешь? Так, почитал, не до конца. Ну, читай, я тебя могу домой дать. О, спасибо. Патроны. Выключатели. Патроны, выключатели. Слушай, ну с чего ты взяла, что вот это вот про моего тестя, а? Ну дай журнал. Там в конце было написано, ты же не дочитал. Ну дай покажу. Не дочитал? Чего? Сейчас найду. Так, вот, прожив такую яркую, такую невероятную жизнь, пройдя смерть на войне и в лагере, он умер так страшно и нелепо, приняв просроченное лекарство, которое не подействовало. Да нет, это художественное произведение, вымысел. Я бы на твоем месте этот журнальчик твоей Татьяне отнесла, мол, думай о ней. Вот рассказик надыбал из жизни отца. Опять же, есть повод встретиться. Ты полагаешь? Мы же женщины, мы любим, когда о нас заботятся, когда думают о нас. Мы на это падки. Ну да. Ага. Слушай, а кто вот этот вот Кравченко? Здрасте, пожалуйста. Мы его в школе проходили, это классик. Нет, там был Кравцов. Или нет, Королев, что ли? Королев. Угу. Королен. Ну, может, Королен. Патроны. Выключатели. Патроны. Выключатели. Провода. Юль, садовник. О, здесь я. Выпить хочешь? Нет, Марья, нам никак нельзя. Растения уж как не любят, когда на них перегаром дышит. Слушай, ну, я тут был на одних похоронах, там поговорил с человечком. Короче говоря, у меня идея родилась. Так. Что если мне отремонтировать музей-заповедник в Александровске, а? Ну, что, дело хорошее, не 1 миллион украсть можно. А, да ладно. Извиняйте, барин. Да. Но я вот, понимаешь, только не знаю, как тендер выиграть. Ай-яй-яй. Может, ты посоветуешь там человечка, с кем поговорить? М? Есть такой человек. Да? Конечно, ты его сам прекрасно знаешь. Кто? Бельский. Ребеночек? Конечно. А он с какой стати? Ты же сам знаешь, кем его днями назначили. Как раз эту тему курирует. Слушай, а может, ты поговоришь с ним, а? У меня в последнее время с ним не очень отношения. Вы же друзья, а? Я кто? Я садовник простой, а тут такой разговор. Нет, барин, вы уж сами. А мы повысим. До старшего садовника? Ну, зачем же? До моего личного консультанта. Ох ты уж. Оклад удвоим. М? Мне столько не потратить. Дурак ты. Садовник. Кончай, ну ты что делаешь-то? Ладно, не учи. Погибнут же. Цветы поливать надо. Между прочим, барин, мне б денек отгульный за беспорочную службу. Не заслужил. Ну, с Бельским, может, и не заслужил, а на похороны кто посоветовал пойти? Один день. Ой, щедрость ваша не знает границ, барин. Спасибо вам, барин, благодарствуйте. Нижайше кланяюсь вам. Спасибо, барин. Потрясающе. Правда. Просто потрясающе, Марья Ивановна. Очень. Очень хорошо. Марья Ивановна, я даю вам слово. Я обязательно все это прочту еще раз внимательно. Спасибо вам. Да, кстати, вы деньги получили, да? Да, спасибо. Да вам спасибо. Это все опять из почтового ящика, да? Мне бы такую почту. Ну, я пойду, да? Секундочку. Да. Да. Ну, о чем я буду говорить с этой сумасшедшей? Хорошо, только быстро. Марья Ивановна, одну секундочку. Да, я вас слушаю. Здравствуйте, извините, как вас зовут? Меня зовут главный редактор. Что вы хотите, девушка? Дело в том, что у вас был напечатан рассказ автора Кравченко. Да, я в курсе. Прототипом героя этого рассказа был мой отец. Да, секретарь поведала мне эту душещипательную историю, но чем я вам могу помочь? Я бы хотела с ним встретиться. Вы не могли бы дать ему координаты? Девушка, мы не можем давать координаты авторов всем подряд. Существует редакционная этика. Я все понимаю, но я не подряд, я журналистка. Из рассказа я узнала... Все, что я могу для вас сделать, это передать господину Кравченко, что вы в восторге от его произведения. Все, всего хорошего. Вот, видите? Звонят читательницы, интересуются, радуются, благодарят автора за проделанную работу. А вы скрываете от меня этого вашего Кравченко. Ну что? Повесил трубку. Свинья. Что ты теперь будешь делать? Я не знаю. Я не знаю, что я буду делать. Ну, я пойду. Идите. Марья Ивановна. А? Я постараюсь увеличить вам гонорар. Очень хорошо. Ну, до свидания. Почтовый ящик. Здрасте. А Таню можно? А вы, собственно, кто? А вы кто? Муж. А я не муж. Так можно Таню? Проходите. Завянут. Жалко будет. Цветы-то хорошие. Когда Таня придет? Чаю. Можно чаю. Так когда придет Таня? К чаю, к сожалению, ничего нет. Татьяна Николаевна в командировке. Понятно. Еще вопросы? Да нет уж, какие вопросы, если к чаю ничего нет. Есть. Вспомнил. Клубничное варенье. Вы как? Любите клубничное варенье? Клубничное люблю. Таня сама готовила. Папа! Пап! А почему? Всего хорошего. Пойдем чай пить. Нет, Андрей Андреевич, да нет. Я вас уверяю, это новый Шаламов. Новый Шаламов, да. Букер. Нет, Ганкуровская премия. Да. Спокойнее, спокойнее. Ты что так разагитировался? Тебе-то что с тобой? Мне что? Так я ж помощи хочу вас попросить. Андрей Андреевич, сколько молодых, талантливых, провинциальных авторов мы передали вам практически с рук на руки. Я все понял. Сколько? Сколько? Да как в тот раз. Ну ты даешь. Так на святое ж дело. На поддержание журнала, на поиск новых авторов. Андрей Андреевич. Ладно, ладно. Деньги тебе перечислят. А эти рассказики мне подошли. А что, их действительно читать можно? Не то слово. Хорошо. Будь здоров. Всего хорошего вам. Что там еще? Там эта, которая вам по телефону звонила. Она из Вятки приехала. Что значит приехала? Она что там, в приемной? Угу. Итак, если ты ее сюда пустишь, можешь искать себе новое место работы. Здравствуйте. Добрый день. Дело в том, что у вас был напечатан… Таня? Какими судьбами, Таня? Что, не узнаешь? Так, так. Здесь когда-то были волосы. Армен? Ну? Мне заявление писать? В следующий раз. Таня. Таня. Танечка, прошу.